Друзья, всем привет! Сегодня приготовим тыкву с курицей в сметанно-тыквенном соусе на сковороде. Обязательно попробуйте этот рецепт. Две луковицы нарезаем на кубики и обжарим пару минут. Килограмм тыквы очищаем от кожуры и нарезаем на крупные кубики. 300 грамм отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на полчаса до мягкости. Остальные 700 грамм обжарим с луком 2-3 минуты. На крупные части нарезаем 700 грамм филе куриного бедра и обжарим до готовности курицы, хоть на это около 25-30 минут. В запеченную тыкву добавляем 150 грамм сметаны и измельчаем с помощью блендера. Добавляем пол чайной ложки розмарина, чайную ложку крупной соли, пол чайной ложки перца и 100 мл воды. Перемешиваем и заливаем полученным соусом курицу с тыквой. И тушим еще около 50 минут на среднем огне. Получается необыкновенно вкусное и сытное блюдо. Всем приятного аппетита. Спасибо за внимание. И до новых встреч.